Все в электроавтотранс имени Александра Сергеевича Круподерова покупает 5 новых пассажирских катеров. Поставка 3 из них ожидается уже в этом году. Об этом сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Павел Иена. Также он добавил, что выручка Севэлектроавтотранса выросла в 2 раза после получения полномочий на осуществление морских перевозок от Севастопольского морского порта. Порядка 80 тысяч рублей в сутки против 40, которые раньше давали 3 катера порт. Поэтому эффективность в разы, поэтому надеемся, что совсем по-другому теперь будет работать. Кроме того, на заседании правительства Севастополя чиновники утвердили передачу полномочий по ремонту пассажирских судов от Севастопольского морского порта Севэлектроавтотрансу для минимизации расходов.